Якщо говорити детально про ситуацію на фронті, то в Генеральному штабі говорять про те, що росіяни атакують на 7 напрямках за добу. На фронті було 78 боєзіткнень. Мене Рович, ми бачимо, що вже кілька тижнів лінія фронту на півдні у районі Роботинського виступу практично без змін. З одного боку, український контрнаступ уперся в оборонні позиції росіян, а з іншого боку, противник далі частіше йде ось ці контратаки. Скажіть, будь ласка, от як ви на сьогоднішній день бачите там ситуацію? Чи можна говорити про те, що вона там є патовою, чи так взагалі не можна говорити? І чи, можливо, очікуєте ви ще ось цей осінній ривок на фронті? Ну, діло в тому, що у нас такових ривків немає. Є планова робота, не буває ривків. Є планова робота, є поставлені цілі. Під поставлені цілі виділяється определене кількість сил, средств. И вот если они есть, то эти поставленные цели достигаются. Если этих сил, средств не выделяется по каким-то причинам, то, естественно, цели достигаться не будут, и скорость продвижения будет, естественно, маленькой. Вот то, что мы видим, допустим, по Роботинскому выступу, то есть мы двигаемся там сейчас, есть там положительная динамика и в районе Роботина, и в районе Новопрокоповки, но скорость движения, она напрямую зависит от поставки вооружения. В основном туда сейчас для движения там нужны достаточное количество снарядов. Авиации нет, потому только артиллерия, 90% боги войны, святое, только они могут продавливать и создавать огневой вал для того, чтобы зачистить россиян. А тем более там мы в высоты уперлись и в районе Вербового, и там западнее Новопрокоповки. Их надо срезать, а срезать их можно только артиллерией. Поэтому, скорее всего, здесь уменьшение скорости продвижения наше завязано на поставки боеприпасов. То есть как только разблокируется или, допустим, ускорится поставки боеприпасов, там начнется, вернее, продолжится дальнейшее движение согласно тех планов, которые называются просчитаны, приняты, подписаны и скреплены печатью, так сказать. Другого там ничего не будет. Есть некоторые моменты, связанные, допустим, с перенаправлением, может быть, с перенаправлением количества боеприпасов в сторону Авдеевки, ну, то есть там сейчас горячее всего, и там лучше уничтожать россиян. Первая задача любой армии – это уничтожение армии противника, армии, которая обороняет свою землю и пытается уничтожить агрессора. То есть там, где максимально, почему перенаправляются иногда в снаряды те же боеприпасы в другое место, потому что там самая большая КПД от использования снарядов. Все же прекрасно понимают, что сейчас в районе Авдеевки вот такая коса смерти россиян косит. И именно туда оптимально перенаправить большое количество. Скорее всего, это было сделано. Как только россиян попустит, как только у них закончится боевой порыв или закончатся сами россияне, тогда перенаправятся, допустим, обратно на Роботино. Но этим занимается как раз Генштаб, распределением и усилий в том числе. И это будет понятно. Никакого патового состояния абсолютно нигде нет. Перспективное направление в сторону Токмака. Открывается перспективное направление сейчас по левому берегу. Там выполняются определенные задачи по левому берегу. И впереди осенне-зимний период, который заморозит Восточный фронт, не даст россиянам двигаться. Плохая погода, вот даже сегодня, вчера, за два дня у россиян раза в два уменьшилось количество атак именно по Авдеевскому, по восточному направлению, так как плохая погода и мокрый грунт, дожди, мокрый грунт, и туман, и низкая облачность не дают россиянам поднимать те же коптеры для того, чтобы определить места удара, ну, целеуказания. А это сразу снижает боевую активность. Потому впереди осенне-зимний период, снижение боевой активности там, где нам нужно, там, где россиянам легче всего наступать или контратаковать, это по востоку. Вот на полгода их выключит, разверзнутся небесные хляби, уже небезызвестная Грета Тунберг правильно сказала, тепло зашло, уже зимы не будет, значит, будет осень до весны, называется. Потому вот эти осенние дожди, которые выключатся где-то в апреле, в мае, они не дадут развернуться россиянам. А нам ничего не будет мешать двигаться дальше по уже другой, почему восток выключится,
с водой, потому что там чернозем, там довольно-таки донецкий чернозем, это бетон практически жидкий. А вот двигаться по херсонскому направлению, по левому берегу, по запорожскому на Токмак намного проще. Там глинисто такие песчаные почвы, и они дадут возможность двигаться технике на гусеницах. То есть траки хорошо себя держат на мокром песке. Потому все нормально, все идет, в принципе, согласно тех планов. Единственное, по времени. Вот по времени, но время здесь все зависит от наших партнеров. Ну и от тех руководителей, которые не подготовили страну, не подготовили армию достаточным количеством боеприпасов и производства к выполнению боевых задач. От давайте якраз поговоримо про виробництво боєприпасів. Найближчим часом, каже секретар РНБО Олексій Данілов, що збільшиться виробництво зброї в Україні. Він каже, що держава сама тут впоратися не зможе і залучатимуть максимальну кількість приватного бізнесу до цих справ. Це буде дуже потужна річ і наше спільне завдання на території України. І наше спільне завдання. Крім того, він говорить, що на території України є місця, де можна безпечно запустити виробництво. Скажіть, будь ласка, а чого ми не робили це раніше? І що ми найголовніше от втратили за ось ці роки незалежності? І чи можна все ще наздогнати і повернути? Ось ці теми. Ну, пока будем воевать, нет, это нет такой возможности. Это уже потом можно будет восстанавливать, причем именно те позиции, которые правильно, грамотно показали себе при ведении боевых действий. Некоторые можно вообще за них забыть, как в свое время забыли за томагавки, не ракеты имеется в виду, а за индейские, за луки, стрелы, арбалеты и так далее и тому подобное. То есть перераспределить усилия и запустить производство именно тех видов вооружений, которые показали себя с хорошей стороны при выполнении этих боевых действий на нашем театре военных действий. То есть это можно сделать, но уже после войны. Во время боевых действий можно как-то нивелировать проблему, ну, чуть добавить, не получается запуститься ни одной стране. Дело в том, что ни одна страна не может с колес выполнять боевые действия, и тем более наступательные. Это просто нереально. Даже оборонительные проблемы. Почему иногда для обороны десятки лет складируются вооружения, то есть производятся, складируются, рассредотачиваются и готовятся к обороне. А к наступлению, так это еще больше. К наступлению страна готовится, переведя практически больше половины экономики на военные рельсы. Вот тот же Азербайджан готовился сколько? 30 лет для выполнения задач. А каких? Всего лишь по Карабаху? Ну, то есть еще и с помощью той же Турции. Россия даже сейчас не может, вроде большая страна, остаток от Советской империи, этот осколок, и она не может запустить и обеспечить себя на данный момент даже для оборонительных задач. У них же не хватает для обороны даже количества тех же снарядов. Вот они почему по миру болтаются, ищут, с протянутой рукой ходят. А у нас никто не занимался. За 30 лет армию просто угробили. Армию угробили, склады распродали, все и вся. Ну, а последние три правителя, от Турчинова до Зеленского и Порошенко в том числе, то есть эти все три, они толком никто не занимался обороноспособностью, причем те потуги, которые как-то делались, они были направлены в основном больше, наверное, на свои предприятия, чтобы их загрузить производством, а не на потребности армии как таковой. Потому у нас армия была как, ну, и встретила войну как такая свадебная лошадь. Голова в цветах, а задница была в мыле, потому что не было практически... нечем было воевать. Все либо повзрывали, или просто не сделали. Ну, тем самым, асфальтом же не накидаешься в противника. Не, можно начать кидать, но недолго, до прилета первой мины. Потому есть эта проблема. Проблема как раз в правителях, которые не подготовили страну абсолютно. Они, может быть, для чего-то другого его готовили, но однозначно не для военных действий. А уже в движении нельзя наверстать упущено, просто нельзя. Даже если бы у нас вообще все было хорошо, у нас бы не хватило бы на второй год боеприпасов, пришлось бы заключать какие-то соглашения. Почему ведь страны и вступают в военные союзы? Весь смысл-то как раз в этом.
лучше в военном союзе быть там, где там 30 стран, 32 страны, сейчас Швеция вступит, и пользоваться помощью сразу там 30 стран, чем одной взваливать себя на плечи экономические трудности, связанные с производством военной продукции. Потому оптимально это как раз вот почему вступление в НАТО для нас оптимально в этом смысле. Потому что это даже есть здесь часть такой экономического плюса. Ну а что сделать с этими людьми, которые не подготовили страну и до сих пор занимаются говорильней? Ну они реально занимаются говорильней, потому что по большому счету в любых странах, ну, по-нормальному, если подойти к этому, то не справился с задачей. Секретарь Рады национальной безопасности и обороны не справился с задачей обороны страны. Ну, понятно, он не офицер, не застрелится, но если гражданский. Написал рапорт, прошу уволить меня по профнепригодности, кого-то другого поставьте на секретарь нацбезопасности. Это должен быть военный человек. Ну, он должен разбираться в экономике и в военном деле однозначно. Ну, а уже, я уже сказал по поводу мастеров разговорного жанра. Мастеров разговорного жанра много, очень много. Только толку с них в военном отношении иногда очень мало.